Короче, у меня две новости. Одна плохая, другая плохая. С какой начать? Я хотел рагу мусорного зуба купить, но это невозможно сделать. Потому что эта компания... Компания другая здесь, в этом мире мусорного зуба просто нет. А если я перезапущу компанию, то я, скорее всего, начну заново перепроходить вот эту вот локацию, ну, DLC. Я не стал этого делать, хотя есть, конечно, шанс, что можно будет вернуться. Короче, нет у меня рагу мусорного зуба. Единственное, что я накупил вот этих вот... от заморозки. Ну и все в таком духе. А, да, и еще у меня... Можно было бы пушку качнуть вот эту вот, но... У меня симулякра нет. Поэтому придется так колупать. Да, бля... Вот это... Я не понимаю. Он... Она не прыгает. Я прыгаю, она не прыгает. То есть, когда она замерзает, что морозка делает вообще? Хоть написали, что ли? У меня вот это есть. Но одна всего. В общем, тут с таймингами не ясно. Вот и все. Сейчас бы еще кнопки путать. Пипец у него прыжок, да? Читерный. На пол арены, блядь. Ну ладно. Самое плохое то, что я потратил защиту от стихий. Я просто не видел его атаки за вот этим всем. Сраза. Ау. Вообще не к добру. Блин. Начинается.
Нифига не успел выпить, да? Ну пей, блядь, ёпты, холодный. Блять, нельзя назад перекатывать. Она не делает перекат, я перекатился. Мама клянусь. У нее анимация, если ты в одну анимацию не успел, все, во вторую ты не успеваешь. Ну ладно, это такое. О, я его сбил. Прикольно. Пошел в жопу. Пойду патроны соберу. Стреляю, ёлки мать. Понятно. Блять, кажется, у тебя проблемы. Побежала, ёб твою мать, блять. Гандон, штопанный, сука. Ау, я забыл про второй удар, забыл. Может, убегать лучше от него, хрен знает. Ничего не помогает, замерзает, все равно замерзает. Ну тут, блин... Они, естественно, все просчитали. Урон какой, из какого оружия, чтобы босс изи не был. Единственное, что тут поможет, это тупо рагу мусорного зуба. Но они его, видишь ли... Ну или вот так перекатываться. Тайминги чисто. Ну, блин, скучно это. Курица ёбаная, блядь. Ну чё ты не прыгаешь-то, блядь? Жму же, блядь. Вот тут перекаты, я хер знает, как сделаны. Тайминги вообще пиздец. Бесят вообще. Ладно. Хорош, ты еще прыгай, блядь. Ау, не вижу.
Блять, ну что ты не прыгаешь, а? Стамины нет. Понятно. Ладно. У меня вообще-то на стамины-то есть один пузырек. Нет, ну вот, вот все. Вставай, проблема, блядь. Ты сама большая проблема. Ну нет, как? Ну от всего же увернулся. Чё опять не так-то? Пробуем с рангу тогда, чё? Где он? Прибавим хп, это стаминки. Чё еще делать-то? Восьмой, девятый трай, офигеть. Где-то там. Ну как? Ну прыгнул же. Блядище, твою мать. Заебал. Блять, да ты в натуре заебал, блять. Это просто ж пиздец какой-то, сука. Конем. Дело, знаете, что меня бесит? Не то, что, а то, что тут вот прям вот ошибся один раз и все пизда. То есть как бы не дают шанса. То есть, если я вовремя не перекатился, все, как бы. Ну, чуть такое, бля. Может быть, надо, чтобы он разбил это все. Блин. Иди нахуй. Ну прыгай. Рюкзак, садись.
Да-да-да-да, шо, 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 шо. Не-не-не. Ну прыгай! Не успел перепрыгнуть, в смысле вот рано чуть-чуть прыгнул и все, и ты покойник. Плюс еще обморожение, это срано, я пойду куплю еще обморожалки, вернусь. Продолжаем разговор. Да, блядь. Я тупо не видел. Не помещается. Ау. Бля. Ну, все, я покойник. Бля, у тебя что, патронов нет, что ли? Какого хрена? Лечись, блядь. Блядь, нихуя не успевает делать. Лечись как-нибудь. Да, блин. Это просто пиздец. Она три раза не успела выпить. Три, блядь. Три раза. Этот сраный флакон. Как так-то? Как? Три раза не успела выпить в сраный флакон. О май гад. В этой жиже, короче, лучше не стоять, правильно? Я же...
Я не знаю, может у меня комп не вытягивается, но я перекувыркнулся. Я кувыркнулся перед его атакой. Но ему все равно. Ему вообще сон срал. Абсолютно насрать. Конечно, оба оружия надо использовать, чтобы проще было. Да ёб твою мать! Так, все настакалось. Блять, сразу попал. Нет! Холодно, блин. Учись. И все. Блять, еще эти статуи. Да ну нет! Понимаешь, если ты первый раз не успел, все, пиздец. Второй раз не успеешь. А первый раз надо строго в тайминг кувыркнуться. Значит, тоже не успеешь. Побежал, блядь. Блин, плохое тут место, конечно. Да ну как? Ну кувыркнулся же, блядь. Фу, ебать тебя в сраку, блядь. Как же ты заебал, пидор. Ну правда заебал, блядь. Босс вообще не сложный, you know? Не, ну он интересный все равно, конечно. Блять.
Может, это я, конечно, рукожоп. Ну вот как, блядь. Ну второй-то раз дайте уклониться, если я первый промахнулся. Какого хрена, блядь? Ну ладно. Первый раз не в тайминг, а второй-то раз чё? Её тупо застанило. Я не спамил. И почему у меня заряда не было? Я же вроде настакал. Да ну нет! Зараза! Быстрее, быстрее, блядь! Понятно все, короче, я покойник опять. Он ни хера не дает сделать, блять. Или хилься, или пей эту хуйню. А два, а как? Она не успевает. Надо было обжору качать или что там. Да это тоже не поможет, на самом деле, ни хера. Тут или не попадаешь просто под это все, или сосешь. Да бля, ну как? Я же в тайминг вроде. Да ну блин! В этой игре еще знаешь, что есть такое? Вроде вот все идет хорошо. Вот вроде вот сейчас я делал все нормально. И в какой-то момент делаешь фейл. Сейчас я застрял. И у меня такое ощущение иногда складывается, что это специально. Как будто игра специально тебя это с тобой делает. Да, блядь.
Блять, ну вот как? Я перекатился и второй раз перекатился. Ну нет. Нет, нет. Знаешь? Он попадает все равно. Все равно попадает. Что у меня интересно, а идет зачет, что вот это как это называется? Умение оружия. То есть удар в спину на умение оружия распространяется или нет? Короче, тут надо забить на урон, на быстрый. И тупо... контролировать прыжки и все. Это просто пиздец. Я не успел перекатиться. Ну, точнее, я перекатился, но поздно уже. А визуально это еще нет, еще не было. Может, конечно, у меня видеокарточка не справляется нихера со скоростью визуализации. Но это уже другой вопрос. Но вот когда он бьет, все нормально. То есть тайминг вроде... Тайминг нормальный. А когда вот он свои эти хуёвины кастует... Тогда нет. В жопу. Блять. Да ну, блять, где ты там застряла, дура? Лечись, блять. Да ну как? Лечи, что ли, блин.
Что тут? В клавишах бы не запутаться. Ну вот. Ну ладно. Успел, допустим. Блять, стреляй, что ли? Это что такое было? Да нет, да дай время-то, блядь. Ну так нечестно, блядь, вы не оставляете шанса. Но она не успевает и то, и другое делать. Как так-то? Я думаю, зачем урон по броне в этом DLC давали? Вот зачем, оказывается. Конечно, ты попадешь. Бля, пиздец. Вот у меня в этой лойке второй босс был вот тоже геморройный, блядь. Вот как этот, сука. Но там еще геморройнее было. Нахер они вот этот геморрой придумали? Нахер они таких сложных второго босса делают? Ласт не такой сложный был. Ласт шанс давал, а эти нихера не дают. Это просто пиздец. Просто, блядь, убило нахуй все. ХП вроде было, блядь. Чё надо нахуй? Не, они еще не всасывают. Сходить дальше, что ли, заебал он меня, сука. Это. Ну, блядь.
Сулека у меня нет, плохо еще. А так бы я урончику прокачал. Тут, конечно, контролировать надо, где ты дерешься. Блять, ну вот че вот он второй раз-то не перекатился. Да-да-да-да-да. Пиздец, нахуй. Я выпил, он прыгнул, я перекатился, и он меня убил. Как? Объясните, как? Не понимаю. Я правда не понимаю. Ну тут, в общем, самая большая проблема это не замерзать. Блять, я сейчас переключал. Ну как, блять? Да кажется, да. Нихуя не успел. Он нихуя не дает пить. Не дает, блядь, пить. Понимаешь? 4 раза не дал. Хилку успевает выпить, а эту нет. Блять, вот я сейчас скастовал, и он меня задел. Блять, это походу одно и тут.
Дядька-то дохнуть будешь, нет? Не хватает места. Хуёв там. Ну как? Давай, давай, лечись, девочка, пожалуйста, чуть-чуть осталось, блядь. Да ёб твою мать, вот этот тайминг вообще, блядь, кривой, сука. Ну это просто пиздец кривой тайминг, блять, у этой атаки. Ее прям надо раньше делать. О май гад. Что? Ну, хотя, конечно, я подразумел. Подозреваю. У меня просто видеокарта не справляется с таймингами местными, потому что она плохо вообще работает с эффектами всякими, с эффектами. Поэтому визуально он как бы ее еще делает, а на самом деле уже сделал. Так-то он изи вообще-то. Блять, вот. Но... А, у меня нет, что ли? Все, придется, ну, все, придется. Понятно, все.